О, уже проснулся. Ты специально? Не понял. Я хотела поспать в свой выходной. Ну, спи, чего тогда встала? Тебе не надоело? Что? Вот это все. Что именно? А я даже не заметил, как ты стала смеяться все реже и реже. Я и сама не заметила. Слышишь ты моей гитары плач? Я тебя боюсь так отпускать. Лида, но тебе, может, переедем? Совсем ее не. Куда? Жаль. В деревню. А что еще тебя не устраивает? Почему ты такая? Потому что ничего не меняется и не поменяется. Что ты заладила про изменения? Веди себя как нормальный мужик. Дурная баба. Почему нам ничего не сказали? Странно все же. Может, хороший мужик лучше плохой бабы? Пошел отсюда. Руку убери! Есть ведь еще кризис среднего возраста, слышала? Ему же 33 как раз, может, это оно? Сардана, мы уже развелись. Все. Но как же так?